Здорово, ребята, всем привет, с вами Серега, я на своей пасеке, но сейчас нахожусь в доме, работаю, собираю ППСники, собираю бюджетный вариант улика, который отлично подходит для отводков, для запасных маток, для челопакетов там, да, в будущем. В общем, покажу, как я собираю, как клею фольгу. Как правильно клеить фольгу, очень трепетная работа. Вот первая заготовка у меня получилась такая, но потом все остальные уже получились гладкие. Конечно, это формальность, вот эти, ну, складки, ну, как бы некрасиво, но это все формальность. Главное, чтобы не было порвота. Потому что если будет тут ногтем или еще чем-то заденешь, порвешь случайно, то туда заберется личинка моли, потом он будет прорезать туннели рыть, пчела будет ее пытаться доставать, и потом, короче, будет прорезанный ППС под фольгой. Нам это не нужно, нам нужно, чтобы все было аккуратно. Вот такие вот заготовочки были у меня уже. Следующие, вот они аккуратные, ровные. Покажу, как правильно клеить, чтобы не было таких складок, как я клею. Размеры, все. В общем, сейчас соберем основную часть каркаса. Берем нашу фольгу. Фольга у нас 300 на 10 метров. Фольга, конечно, золотая, поэтому нам нужно максимально правильно все размечать, просчитывать. Ну, в принципе, делим ее напополам. 15 у нас есть. 330 находим. Это у нас длина, которая нам нужна. В дальнейшем объясню, оставайтесь на канале. В принципе, первый улик я собрал там, но немного ошибся, потому что первый я эти ППСники никогда не собирал, но слава богу, руки от плечей растут, поэтому так и здесь находим тоже 15, потому что мозги нужны еще не только для того, чтобы заготовки подготовить, но и как бы, чтобы собрать это все до кучи. Не знаю, может, на камеру будет немножко медленнее, но тем не менее, кому это полезно, кому полезен бюджетный вариант улика. Теперь размечаем раз напополам. И два напополам. Конечно, постараюсь максимально быстро собрать все. Таким образом. Теперь отрезаем это все дело по нашей разметке. Это у нас будет клеиться дно улика. Бока мы не клеим, потому что пчелы ППС фирмы Summer не грызут, проблема только с дном. И проблема это только из-за личинки моли. Если бы не было моли, личинки моли, то в принципе дно фольгой можно было бы и не клеить. Как бы сами пчелы не грызут ППС, а пытаются просто убрать эти личинки, и из-за личинок они его, короче, терроризируют. Такие вот дела. Поэтому мы поклеиваем все фольгой, и тогда у нас уже проблем таких не будет. Вот у нас заготовочки хорошие. И начинаем работать. Берем ребята, бок у нас. Так, бока у нас. Бок у нас 510 на 340. Это вот 510 на 340. И середина у нас 300. Нет. Так. Середина у нас 325 на 340. Все. К столу приварил угол 90 градусов. Для того, чтобы не было перекоса. И начинаем клеить нашим клеем. Начинаем все это дело проклеивать. Так вот, чтобы было видно.
клея уже маловато осталось. Я уже 8 штук собрал, в принципе. Клеим. С одной стороны строчку ведем. И с другой стороны. Клея не жалеем. Бутылочка клея у нас стоит 80 гривен, но мне еще там с карта скидочная, то мне еще дешевле клея обходится. Все, смотрим. Кое-где добавили, кое-где подровняли. Шуруповерт приобрел. Такой вот, ребят, отличный шурупан. Вообще там за понты он стоит. И теперь прислоняем наше это все дело. Шурупы берем 75-е. Учитываем фаску. Сразу вот тут вот взяли раз. Давайте чуть пониже. Раз. Поймали. Теперь центр. Тут тоже. Где-то здесь вот так вот будет. И два споймали. Взяли наш шуруповерт. Скручиваем сначала вверх. Без фанатизма, потому что это не дерево. И здесь. Вот так вот. Все у нас вышло ровненько. Чуть-чуть приподняли. Чуть-чуть приподняли и крутим не на самом углу, а вот сбоку. Ну, сантиметра два выше от края взяли шурупчик на 75. Все. Бок у нас один готов. И тут клей трошки размазали. Ну, теперь ставим наоборот. Ставим наоборот. Берем следующую заготовочку. Следующую заготовочку. Значит, обязательно очень внимательно не путаем же выборку нашу, потому что можно присобачить и наоборот. Так что все, промазываем этот край, берем наш клей золотой, драгоценный клей, замечательно сохнет даже в холоде. Я специально один улик заклеил, как раз погоды не было. Приехал, в доме прохладно у меня немного. Приехал, да, все схватилось, все засохло, все отлично. Так, что тут у нас? Тут добавили. На краях. Все. Два шурупа на 75 приготовили, три нам надо. Все, угол выставили 90 градусов. Раз, взяли, вот так вот. Два шурупчика взяли, вот тут центр нашли. Центр нашли, закрутили,
И здесь тоже центр нашли. Центр только другой центр. Так, нет, где-то вот так вот раз. Все. Выставили. И все внимание на края. Долго ждал шуруповерт, ребят. Если бы не этот. Я бы уже пихи собрал. Тут раз приподняли, подровняли, шурупчик взяли. Тут же ж у нас выборка. Немножко выше берем. Вот тут вот, я думаю. Да. Раз. Вот таким образом скрутили. Отлично. Все, у нас готовое. Раз, проверили. В принципе, проверять нечего, потому что все четко. Все по краям. Все, тут все правильно у нас. Положим вот так вот. Упорчик. Так. Трошки поднимем камеру. Теперь что? Берем заготовочку нашу следующую. Боковушечку. Раз, промерили. Все отлично. Все сходится. Берем наш клей. Берем наш клей. И проклеиваем наши боковушечки. Я пока, ребят, делаю такие вот заготовки. Большую часть каркаса делаю, потом уже переключусь на другое. То есть собрал, 10 штук их соберу и переключусь на другое. Так, сейчас покажу. Вернее, в конце ролика покажу. Так, вот так вот раз, проклеили, все нормально. И с этой стороны раз. Клеим, клеим. Короче, просчитывал Олег, просчитывал, ну я с ним рядом сидел. 240 гривен себестоимость такого улья. Ну, это бомба просто. Если правильно работать, правильно обходиться с ним, правильно собрать его, во-первых, то его хватает и на один год. Это доказано. Это доказано. Все. Поклеили. Так, вот тут немножко добавили. Чтобы у нас ничего не было. Шурупчики приготовили сразу наши. Тут я сажу тоже на 3. Взяли. Скручиваем сначала 2 края. И скручиваем сначала 2 края, ребят. Раз. Два. Все. Смотрим.
посмотрим, чтобы у нас все было везде максимально ровно, потому что нам не надо, чтобы было неровно. Тут скрутили и здесь. Есть такое дело. Так, сейчас. Вот так вот. Ну и с этой стороны мы тоже скручиваем. Вот у нас здесь один получается, и здесь смотрим края. Так, и здесь. И по шурупчику по центру. Красота. Все, основная часть у нас собрана. Стыки вот так пальцем взяли кое-где. Вот этот рост так замазали, чтобы клей не переводить. В принципе, вы видели, как я проклеивал. В принципе, вот так вот замазали. Какой-то у нас получился вуличек. Готовый практически. Сейчас покажу вам. Вот так вот у нас все будет. Видите, вот рамка. Вообще замечательно. Вообще красота. Сюда еще будет уголок клеиться. Пластмассовый. Продается он в сантехническом магазине. Все, тут подмазали все пальцем. Уголки мы будем потом клеить. Значит, переходим на дно. Дно, ребят. Значит, вот у нас заготовки. Значит, мы здесь все учли, все просчитали. А, так, я не показал, как клеить дно. Короче, пока притормозим с каркасом. Вы увидели, как каркас собираю. Сейчас покажу, как клеить дно, чтобы было все максимально аккуратно. Сейчас вам все покажу. Блин, сказал за фольгу, за дно и забыл. Значит, ну, в принципе, показал, как каркас собирается. Сейчас покажу, как клеить. Заготовочка 150 на 330, фольга. Разметили, отрезали аккуратно с рулончика. Теперь достаем нашу фольгу. Так, нет, ребят, притормозим, пока фольгу нашу не достаем. А самое важное, для того, чтобы правильно проклеить нашу фольгу, угадать, мы
Сначала находим толщину 3,30. Стенки нашего ППС. Стенка ППС у нас 30. Перед поклейкой фольги мы сначала находим правильную толщину. Взяли листик ППС. Вот так вот пунктиром. Раз, наметили. Потом с другой стороны. По кругу. Раз, наметили. И с этой стороны. Так само. Делается это для того, чтобы максимально правильно наклеить фольгу. Потому что ж, нам же ж нужно учесть толщину. Тут же ж будет клей. Клеится, что будет все на каркас. Все, вот это вот самое важное. Теперь достаем нашу фольгу. Фольга, конечно, нежная, но глаза боятся, руки делают. Если все правильно ты делаешь, то все у тебя получится. Не получится раз, со второго раза получится. Главное пробовать. Берем фольгу, берем за край перед отклейкой. И ладошкой поджимаем второй край. Вот таким вот образом. Вот. И отклеиваем понемногу, понемногу. Раз, отклеили. Теперь переворачиваем нашу фольгу. Берем за два края. Берем за два края. Раз, взяли за два края. И начинаем клеить. Значит, клеим, берем 4-5 миллиметра, заступаем за линию. Это касается и горизонтала, и вертикала. То есть и вдоль, и поперек. За линию заступаем. Делается это для того, чтобы фольга заходила за стык проклея ППС. Раз. Все. Вот видим, мы положили. Вот у нас за 5 заходит за разметку 5 миллиметров. И с этой стороны 5 миллиметров. И здесь тоже вот у нас заходит. Вот у нас длинная линия, которая идет вот так. Тоже заходит 5 миллиметров. Все. То есть здесь будет у нас стык. Клей. Вот оно. И как раз стык будет прожимать фольгу. Если делать по размеру, тогда будет зазор и тех 2 миллиметров, 1-2 миллиметра достаточно, чтобы туда попала личинка моли. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы не было никаких проблем. Все, вот мы ее присобачили. И теперь начинаем выглаживать середину. Если просто гладить, тогда будет вот такое. Будет некрасиво. Но мы сделаем красиво, поэтому... Вот тут раз, чуть-чуть продержали. И вот так вот выглаживаем серединку. Раз, выгладили центр. Выгладили центр. Уже заговариваюсь. Так что извиняйте. И теперь начинаем края выглаживать. Вот, один край выгладили. Один край. Выгладили. Загладили, вернее. Не зажимаем, потому что если зажимать, порвет. Выжимаем, второй край выгоняем. Раз, второй край выгоняем. Вот так. Вот такая заготовка у нас выходит. Ровненькая, аккуратная, никаких складок. И теперь уже загибаем край. Для чего загибается край? Для того, что сетка будет с этой стороны. Это совет Олега. У него пасека... ППС-на, поэтому если снаружи делать, то все равно ты там где-то деранешь, и будет вот это пространство, и туда тоже может, ну, в общем, пчелка выгрызает там. Поэтому лучше всего вот так вот загибать край, продумать это все. Ну, что думать? В принципе, думать ничего не надо. Главное найти на рулоне размер. Размер это 330 на 8-рамочный ППСник.
Потом фольга просто напополам делится и все. И идеально подходит для заготовки. Вот у нас заготовка такая вот. Начинаем клеить. Значит, каркас мы с вами собрали. Вот наш каркасик. Следующее, что нам нужно сделать, найти размер сетки. Размер сетки у нас 140, 14. Так, 14. Раз. И два. 14. Так. Немножко камеру поднимем. Сто сорок, ребят. Нашли 140. Теперь берем нашу сетку. Сетка у нас... Сколько у нас сетка? Сетка у нас 500. Сетка у нас 500. Размер наш 370. Вот этот размер 370. 370 на 500. 370 отрезали. И 500 режем напополам. Так само, как и фольгу. 250. Вот здесь у нас 250. Немножко выровняли, подровняли там. Право, слева, края. Все, выравниваем вот так вот. Чтобы у нас было все ровненько. В принципе, смотрим. И ложим по размеру. Здесь уже ложим по размеру. У нас здесь остается 5 миллиметров. Этого достаточно. Если делать меньше, не надо делать, потому что она будет вот так вот грубо стоять. Когда ложишь заготовку, эта заготовка дерется. Нам надо, чтобы она нормально лежала, ну, без всяких проблем. Вот мы ее ложим. Значит, все продумано. Все просчитано. Также продумано где-то 1,5 сантиметра мы оставляем для того, чтобы сетку прикрутить к заготовке, к нищу. Таким вот образом мы ее переворачиваем. И ставим вот так вот. Вот показываю. Вот у нас заподлицо получается. Тут заподлицо. И вот сколько у нас остается для того, чтобы прикрутить нашу сетку к заготовке. Прикручиваем вот такими вот этими. Но, наверное, еще буду проклеивать, потому что, ну, это такое баловство. В принципе, держит, если аккуратно нужно будет пользоваться. Но я думаю, я еще сетку клеем изнутри проклею. Хотя, в принципе, этого и не нужно делать. Вот этого более чем достаточно. Все. Все у нас подходит, все у нас отлично. Померили. В принципе, и мерить нечего, потому что... Значит, клей наношу трошки и на сетку. И проклеиваем нашу заготовку. Ну и, ребят, покажу еще собранный улей. Первый улей. Покажу, где ошибся. Вот так, трошки на сеточку проклеиваем. Ошибся я в первом улике это сеткой. То есть мне, дураку, надо было ее просто напополам перерезать 250. Ну, это ж такое дело, ошибается каждый. Потом уже понял, дошло. Проклеиваем по кругу. Здесь уже берем шуруп 55. У меня, в принципе, осталось чуть-чуть. Я их не покупал. У меня еще с того года осталось. И проклеиваем нашу заготовку. Конечно, делается это все быстрее. Все.
Смотрим, чтобы у нас везде была строчка, края. Все. Берем нашу заготовку. Такую, ну, возьмем вот эту первую плохую заготовку. Или, в принципе, эту, не важно. Берем эту. Так. А я трохи клея не нанес на сетку. Вот так вот. И клеим. Шурупы 75. Ой, 55. Немного короче. Вот так. У нас шуруп. 75 и 55. Улик замечательный, немного мозги включаешь и все. Учитываем, что здесь у нас шуруп, поэтому трошки отступаем. Раз. Два. Ну и все это дело мы прикручиваем. Без фанатизма. Еще по шурупчику, ребят, здесь по шурупчику. Так, на глаз я все делаю. Первый раз я их собираю эти, пытаюсь. Сложного ничего нет. Хотя для некоторых и есть сложность. Ну что, ребят, ну такая вот у нас вышла заготовка. Значит, тут немножко нужно по фольге другой размер. Поэтому я эту часть не делаю. Потому что здесь заготовка. Она трошки выступает. Вот тут у нас литок получается. И здесь нужно трошки меньше фольги. Вот и все. То есть проклей будет не на краю, а трошки вот смещения будет. Ну, в принципе, где-то на этот уровень 2 сантиметра будет и смещение. Поэтому тут трошки другой размер по фольге, поэтому я как бы делаю одно, как правильно делают люди. Потом буду делать другое. Все, показываю. Показываю, как у нас внутри. Вот видите, как у нас внутри все. Тут сейчас закрутим, возьмем мелкими шурупами, прихватим. И в принципе и все. Берем наши мелкие шурупчики. Нам надо 3 штуки. Вот мы нашли.
и смотрим, чтобы у нас было здесь максимально ровно. Таким вот образом прикручиваем сетку. Шурупчик взяли. Вот так вот раз. Наживили. И прикрутили. Ну, по сути, конечно, толком и не держит ничего вот это вот. Потому что, ну, это ж ППС, это ж не дерево. Ну. Сетку прихватить только нам и нужно, в принципе. Вот и все. Все, ребят, вот у нас и вышла вот такая вот заготовка. Вот такой вот каркасик. Покажу сейчас более подробно, ближе. Все, ушло у нас 36 минут. Я обычно быстрее собираю. Вот такая вот заготовочка. Все проклеено, все учтено. То есть то, о чем я говорил. Чтобы не было такого, что фольга впритык, чтобы тут был зазор. А у нас фольга заходит за стык боковой и средней стенки. Все четко, все классно. Здесь по шурупчику. Никаких зазоров нет. Вот такая вот сетка будет. Литок. Следующая работа будет. Будем вырезать здесь литок. Будем находить правильный размер по фольге, по заготовке. И уже как бы собирать остальную часть. То есть литок, днище второе, крыша и конец улья. Первый улик мой вот такой вот я собрал. Вот я натупил тут и с фольгой немного, но как бы мне на показ ехать никуда не надо. И натупил я сеткой. То есть сетку взял 270 на 2 сантиметра больше. Ну, в принципе, у меня вот остался эта заготовка. Она получается 230 из-за того, что я прошляпил в начале 230, но ее также можно использовать, эту заготовку, потому что как бы страшного ничего нет. Просто на 2 сантиметра задвигается прилетка вовнутрь, и эта заготовка тоже будет использоваться. Вот и все. Пчелам это как бы не сильно значительно, поэтому. Ну и по фольге тоже я сначала начал клеить ее полностью, но мне надо было ее размещать по горизонталу. То есть вдоль надо было размер находить. Ну, в общем, натупил. Но тем не менее улик собран. Как бы это такой первый улик. Мне хотелось собрать его. Все просчитать, как бы посмотреть. Также было интересно узнать, чьи прихватится клей, потому что достаточно прохладно у нас в последние дни. Но как бы убедился, что все нормально. Все. Вот за сутки клей прихватился. Вот эти шурупы, кстати, можно их нафиг и выкручивать. Они не нужны, по сути дела. Такой вот первый улик. Ну, следующие мои улья уже пошли все очень ровные, очень замечательные. Значит, покажу сетку, как я делаю. Уже вот видите, трошки с фольгой считался. Сетка по бокам проклеивается. Клеем я строчку клея ложу и на шурупы сажу. Вот он полежал. Вот сетка хорошо прихватилась к ППС, к боковым стенкам ППС. Вот он засох, не отдереть его. Все, все нормально, все отлично. Вот столько еще надо будет собирать ППС. Трошки заготовочек наделал,
такие вот дела. И дракон. В общем, сколько? Ну вот еще у меня треть бутылки осталось. Это уже получается восьмой я собрал. Даже, да, где-то восьмой улик. Бо я даже и не считал. Вот сетка. Режу тоже. Сейчас буду размечать. И буду понемногу работать с нашей сеточкой. Такие вот дела, ребят. Все, всем пока. Ну, вот шуруповерт тоже купил. Уже осталась одна батарейка. Так что, все, ребят, всем пока, всем счастливо, всем удачи.